Маша, готова есть сырой лук? Давай. Что такое? Привет, на канале Чем Битэч и Маша. Привет, друзья, сегодня у нас продуктовый челлендж. Свари, пожарь или съешь сырым. Угадайте, что находится вот в этих колпачках? Продукты. Точно, Тимофей, здесь находятся продукты. Сейчас Тим и Маша по очереди будут тянуть вот эти карточки. Посмотрите, этот рот, это съешь сырым. Свари или пожарь. И мы будем эти продукты готовить. Да, да. Эй, я не буду жарить. А почему ты не будешь жарить? Потому что вам твой мальчик не подписался. Машенька, он уже и подписался, и даже на колокольчик нажал, и лайк поставил. Поэтому давайте начинать. Давай. Это давайте на дзынь-дзынь-цо, кто первый выбирает продукт. Дзынь-дзынь-цо. Кто выиграл? Я. Так, Тимофей, выбирай. Что ты выбираешь? Опачки, что это у нас? Черешня. Что же мы будем делать с черешней? Выбирайте карточку. Маша, ты выбирай карточку. И давайте посмотрим, что Тима и Маша выбрали. Тима выбрал, что он будет черешню варить. А Маша съест сырой. Ну что, ни то, ни другое не очень плохо. В принципе, из черешни может получиться отличный компот. А сырую Маша пробуй, вкусная или нет. Класс! А теперь идем варить компот для Тимы. Вот кипит черешенка для нашего Тимофея. Ну что, прошло 5 минут, я думаю, в любом случае она уже приготовилась. Ну, Тимофей, черешенка с пылу жару готова. Давай, бери, пробуй. Как оно, вареная черешня? Ну? Шо? Невкусно? Не нравится? Не нравится тебе черешня такая? Нет, тебе не понравилось. Ну, хотя вареная черешня, она не такая уж и противная. Продолжаем наш челлендж? Да, да. А теперь Маше на очередь выбирать колпачок и продукт под ним. Что ты выбираешь? Та-дам! Та-дам! А здесь у нас Барни! Интересно, как Маша с Тимой будут есть Барни? Ребята, при вас перемешиваю карточки, чтобы Тима с Машей их не видели. Что же они выберут? Сейчас еще раз перемешаю. Вот так вот. Держите. Маша у нас сыроед. А Тима опять попался. Тима, как ты будешь есть жареный барни? Я не представляю. Ну пошли жарить. Маша, теперь на, держи. Ешь сырым. Давай, кусай. Ммм, классно. Тима, пошли жарить барни. Итак, наша сковородка уже стоит, барни готов. Интересно, а его жарить с маслом или без? Тимофей, что ты мне скажешь? Без. Без масла? Чтобы он совсем аж пригорел-пригорел? Ну, да. Ну, давайте положим его и ждем, да. Что с ним случится. Да. Не, ребята, я наливаю масло, потому что сковородка начинает гореть. Поэтому, чтобы наш барни совсем не завонялся, мы его немножко смочим растительным маслом. Маша, посмотри, какой у нас барни вышел. Фу, как воняет. Да, он у нас немножко поджарился. Теперь у нас загоревший, красивый барни. Ну что, Тимофей, будешь пробовать? Да. Давай. Смотри, может, горячий. Горячий. Давай мы его разломаем. Что там внутри? Расплавилось, небось, все, да? Наверное. Ну, давайте. Ай, он еще и не ломается, потому что он зажарился. Смотрите, он был шоколадным, и там шоколад растекся, совсем расплавился. Но не вытекает прям, чтобы аж вытекать. Смотрите. Видите? Ну, Тимофей, как тебе жареный барни? Давай.
вкусненько? Что, невкусно, Маш? А ты рискнешь попробовать жареного Барни? Давай. Маша, тебе нравится? А скажи, похож на пончик? Да, он сильно похож на пончик, а? Как мы любим пончики. Да. Ну, ничего так, да? Дети, играем дальше? Да. Теперь очередь Тимофея. Выбирай. Что это? Лук, ребята! Мало того, что он сам по себе невкусный, а еще сейчас посмотрим, что же вы выберете. Маша, я тебе не советую выбирать лук сырым есть, хоть вареным каким-то, что ли. Так, ну? Маша, ты опять выбрала сырое! Как ты будешь жевать сырой лук, мы сейчас посмотрим. А Тима будет варить. Ребята, ну вареный лук тоже, он такой противный. Посмотрим, как наши дети справятся с этим заданием. Да. Маша, готова есть сырой лук? Давай. Что такое, Маша, что такое? Но все равно Маша молодец, она рискнула есть сырой лук. Умничка. Тим, а ты поддержишь Машу? Шо, тебе все равно? Ничего себе, ну ты настоящий мужик. Язык, язык. Что с языком? Кошмар. Молодцы, дети. За Тима вот твое коронное блюдо. Вареный лук. Ну, пробуй. Давай, давай, ешь. Ну, разлазится по столу. Да бери рукой. Та-дыщ. Тима ест вареный лук. Что такое? Что? Невкусный? Ну, попробовал хоть чуть-чуть. Итак, четвертый раунд. Маша, выбирай. Банан! Что же мы будем делать с бананом? Маша, ну тебе везет на сыроедение. Сейчас я опять мешаю наши карточки. Мешаю, мешаю. И Тима с Машей выбирай. Опачки! Тима, ты выбирай. Ну, я такого еще не видела. Сейчас мы будем жарить и варить банан одновременно. Пошли на кухню. С бананчиком. Не показывайте свои деликатесы. Жареный и вареный банан. Пробуйте. Давай, Тимофей, что скажешь? А Маше понравилось, смотри. А ну еще раз попробуй, Маша. Может, ты не распробовала? Может, тоже невкусно? А Маше вкусно. Тима, тебе. Ну, попробуй еще раз. Тиме не нравится вареный банан, а попробуй жареный. Попробуй жареный банан. Может, тебе жареный понравится? Мне кажется, он такой же жареный. Ну, попробуй. Я открою секрет, просто Тима вообще у нас не любит бананы. Он не сладкий, конечно. Давай. Маша, попробуй ты вареный бананчик. Варененький? Да, попробуй. Да. Маша, попробуй вареный бананчик. А Маша у нас любит бананы, поэтому ей все равно, какой есть. Последний колпачок с продуктами. Что там, Тимофей? Что это? Зефирки в виде свинки Пеппы. Если вам видно, ребята. Пеппы. Такие они какие-то страшнючие. Вообще, голова свинки Пеппы. Вот. Глаза, уши, нос. Так, ну все это хорошо. Но теперь нам надо узнать то, что будет с ними, как их будет есть. Папочки,
Тимофей их ест сырыми, наконец-то, хоть Тимофею хоть раз повезло. А Маша варит зефир. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я думала, что жарить, то еще куда ни шло. Ну, хорошо, Тима, бери, ешь зефирку и говори, вкусная она или нет. Классная. Маша, пошли варить зефир. Да. И самое необычное блюдо – вареный зефир. Маш, будешь такое есть? Наверное. Давай посмотрим, что получится. Ой, ребята, я достаю наш зефир, потому что он начинает плавиться. Посмотрите, свиньи, он по всей кастрюле разъезжаются. Итак, ребята, это наши вареные зефирные свиньи. Маша, пробуй. Что оно такое? Что, действительно вкусно? Да. Не, реально вкусно? Да. А на что оно похоже? Тим, хочешь попробовать? Нет. Как? Тим, аж закрыл глаза. Ну что я хочу сказать, в этом челлендже нет проигравших. Дети попробовали все необычные блюда сегодня. Да, да, вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Чимби.